15 месяцев Курск задыхался в оккупации, но немцы отступили. Они попытались вернуться снова летом 43-го, но ценой огромных потерь воины Красной Армии выстояли. 5 августа прогремели первые победные салюты. В ходе Курской битвы освободили Орел и Белгород. Огромное количество погибших. Множество детей лишились родителей. Чтобы позаботиться о сиротах, было решено открыть 9 суворовских училищ, в том числе и в нашем городе. В Курске было расклеено объявление, что принимаются в суворовское училище в Курское мальчики в возрасте от 8 до 13 лет. Годные по состоянию здоровья набрали 500 человек. Часть детей – это дети погибших родителей. 8 воспитанников Суворовского военного училища пришли из партизанских отрядов. 13 воспитанников – это сыновья полков. Мне во время войны довелось побывать в зоне боевых действий, в оккупации побывать. Довелось помогать нашим солдатам при освобождении Курска. Отец был на фронте, меня тянуло к армии. Курское суворовское военное училище начало формироваться с сентября-октября 1943 года. Двери для своих воспитанников в училище открыло 1 декабря 1943 года. 26 декабря училище получило боевое знамя. Были одеты красиво, тепло, питание тоже был и белый хлеб, и сливочное масло. А ребятам, вот, которым 8-9 лет, им на ночь всегда давали по стакану молока. Не только обучали по общественным наукам, ну, как и в каждой школе, там, физика, математика, русский, там, и другие предметы, а обучали еще и светским манерам. Столы накрывали белыми скатертями. Каждому выкладывалась льняная белая салфетка. И когда ты принимал пищу, то должен был пользоваться этой салфеткой. Научили, как. Или, значит, уголком под воротник салфетку эту заправляешь, или ее раскладываешь и под погоны целиком эту салфетку. Была балерина, которая обучала танцам. Приходили девочки с ремесленного училища связи. Она располагалась на Софье Перовской улице. А организовывались такие парные танцы. Училище по воскресеньям в полном составе во главе с духовым оркестром выходило таким парадным строем на улице Курска. Ну, шли в основном, строились вот возле, на Садовой. Шли по Садовой, потом по Ленина до Красной площади и обратно. Ну, это было как бы очень приятно для населения. Многие выходили специально посмотреть. Не все детство проходило в казармах. Конечно, бывали и увольнительные. В Курске, когда суворовцы отправляли в увольнительные, то им выдавали вот такой вот личный знак. Когда училище перевели на Дальний Восток, эти личные знаки отменили. Перед тем, как выпустить, смотрели, чтобы пуговки начистил, чтобы сапоги тоже начищены были, чтобы был. Выпускали в воскресные дни, кто-то вот жил рядом. Потому что некоторые же были приезжие, им некуда было ходить. Ну, ходили с товарищами. Вот я в Курске был, ко мне тоже приходили, человек 5 придут. А что было особое? Ну, морковки поедят, там что-нибудь такое. Дисциплина строжайшая. За серьезный проступок можно было оказаться в карцере. Один из воспитанников при разговоре с офицером снял с себя ремень и начал офицера стегать по лицу. Ну, за это его... Значит, конечно, наказали, посадили его в карцер. Я в это время был дневальным. Он попросился открыть дверь. Я открыл дверь без всяких яких, а он раз и убежал. Тут заходит старшина и меня. Раз туда, в карцер. И я там сидел, пока его не задержали. Потом в этом карцере выскребли цемент, вынули кирпичи. И кто там сидел, начали туда приносить, ну, от обеда оставалось там хлеб, что-то еще, носить туда и еду. А потом еще расширили дырку, когда стали из карцера, вылезет, побегает. А потом, когда там проверка, опять в карцер залезет, кирпичи заложит, и все в порядке. Воспитывали ребят настоящие герои, фронтовики. В
1951 году в Курское Суворовское училище приехал Петр Алексеевич Михин. Не раз он был на волосок от смерти. Однажды его даже чуть было заживо не похоронили. Но бравый артиллерист вовремя пришел в сознание. Воевал под Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, в Болгарии, Югославии, в Венгрии. А после войны стал учителем математики. У меня сразу дружба возникла с ребятами, которых мне поручили преподавать математику, которым... Вот. И 8 лет я учил суворовцев. Они были сначала маленькие, потом по 18 лет им стало. Вот. Значит, математики, и воспитывал их. Ну и рассказывал им про войну. Они очень интересовались и всегда с удовольствием слушали меня. В 1957 году Суворовское училище перевели на Дальний Восток, в Уссурийск. Вместе с воспитанниками туда отправились и преподаватели. Когда я прочитал в газете, что вместе с училищем приехали офицеры, я возмутился и опубликовал статью, в которой сказал: «Не приехали вместе, а привезли училище в Уссурийск». Что такое 500 мальчиков провести через всю Россию? Причем мальчики у нас были отчаянные, безотцовщина. Нас поместили в казармы солдатские 1904-5 годов постройки. И, конечно, мы должны были заново все оборудовать. Из солдатских казарм сделать классы учебные, спальни, спортивные площадки и все прочее. Вот. Работу большую проделали, но работали дружно, хорошо. Для ребят Суворовское училище стало родным домом. Благодаря заботе преподавателей они больше не чувствовали себя сиротами. До сих пор Петр Алексеевич получает письма от своих воспитанников. И в каждом из них трогательное обращение: «Дорогой наш отец». Дружба-то до сих пор идет у нас. Моим суворовцам уже под 80. Вот. Они уже большие, как и мои сыновья, по 183, 85, 185. Вот такие большие ребята. Но когда они приезжают в Курск ко мне на дни рождения, на праздники из Москвы, Петербурга, Минска, вот, они чувствуют себя теми мальчиками, какими они были, когда я их майор с орденами взял на воспитание и образование математики. Проходят годы, сменяются поколения, а преподаватели Суворовского училища в Уссурийске и по сей день воспитывают настоящих мужчин, готовых встать на защиту Родины.